Филиал главного автодорожного вуза страны работает в Сочи уже 8 лет. Ежегодно он выпускает порядка сотни дипломированных инженеров и бакалавров. Спрос на квалифицированных специалистов дорожной отрасли высок. Тому способствует модернизированная к Олимпиаде дорожная инфраструктура курорта. Инфраструктура Сочи сегодня развита, ну, на уровне, скажем так, региона любого, потому что у вас и море, и автомобильные, и железные дороги, и авиация, и так далее. Может даже подумать о том, чтобы здесь расширить возможности вашего филиала. Возможности филиала уже расширяются. Новый учебный корпус открыт на базе бывших помещений Федерального дорожного агентства. Здание находится на улице Транспортная, так что студенты могут видеть из окна объекты, которые им предстоит проектировать и строить. Вы должны быть непосредственно погружены в эту очень интересную профессию, и, как говорится, на кончиках пальцев прощупывать все нюансы. Вы получили, наверное, самую лучшую практическую базу, которую можно было бы придумать в стране. И эта практическая база – это город. Этот город постоянно как-то модернизируется. Уверен, что именно студенты сочинского филиала продолжат в стране вот именно ту модернизацию, которая была начата в Сочи. Само здание – часть инженерного корпуса, который строился для возведения дублера курортного проспекта и ряда других объектов. Аудитории оборудованы компьютерами с необходимым программным обеспечением для будущих дорожников, тоннельщиков и специалистов по организации дорожного движения. Мосты, которые построены в Сочи, здесь нет ни одного простого. Все довольно серьезно оснащены, и мониторинг грамотной эксплуатации просто необходимы. Без квалифицированных кадров этого не сделали. Подробно ознакомиться с преимуществами нового учебного корпуса студенты и почетные гости мероприятия смогли во время экскурсии. Они осмотрели помещения библиотеки вуза, университетскую столовую, а также техническое оборудование научных лабораторий. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.